Всем привет! Сегодня воскресенье, и вы отправляетесь вместе со мной и Сиреной на фотосессию Дженис Монтане. Будет супер офигительный мейк и много всего интересного. Погнали! Так, где прайм? Там бомбом, трампом. Восемь звезды. Вот она. Вы не подскажете, где инблок? Вот и она, вот и она. Знаете? Движущийся язычок. Отекшее лицо. Так, идемте, нас зовут. А что ты делала? Боюсь спросить. Я бы сказала, что нюхала со скриптонитом, но, к сожалению, нет. Просто была на его концерте. Вот мы сейчас шли по Никольской улице. Я обратила внимание, что весь народ, он какой-то похожий, практически никто не выделяется из толпы. А на меня все смотрят, как на инопланетянку. Чтобы люди не боялись быть яркими, быть собой. Потому что многие пишут, вот, я там хочу такие волосы, но я пока не решаюсь. Вот, я хочу надеть вот это, но я не решаюсь. Вот, и хочется, чтобы было больше ярких, неординарных людей. Так что, ребят, не бойтесь. Я пытаюсь разобраться с кофемашиной. Вообще, я очень много раньше пила кофе, но сейчас типа отказалась. Но не совсем. Вот что значит, человек любит свое дело. Женя нам сейчас просто рассказала обо всем, что здесь находится. Дальше. Коллекция J. Lo. Каролина. Вот эти все пигменты, они очень круто выглядят. И вот какой ни возьми, они, ну, прям лайфхак. Они очень круто блестят, и, ну, прям вот их берешь, на подушечку пальцев втираешь, реально обыграют тебе любой макияж. Кстати, что можно сделать с помадой, если вам нужно сразу много? Такую штучку покупаете, какой-нибудь контейнерик, и нарезаете туда прям помады цветов, которые вам нужны. Набираем немного продукта. Когда у тебя осыпались блестки, и ты понимаешь, что твой макияж испорчен, то ты ошибаешься. Берешь скотч. А у меня не будет эпиляция нижнего века. Скотч соберет тебе все, что у тебя осыпалось. А я она очень красивая, она вообще красивая. Сейчас вообще красивая. Волшебство начинается. Если бы мой муж, будущий муж, даже был слепым крысом, дай бог, то я бы все равно красилась. Увидимся. Увидимся скоро.